братцы, давай немножко рассаживаемся. А то я не слышу гитары, не могу ее настроить. А может, у кого-то здесь хороший слух, и ему будет неприятно, что не настроены на гитаре. Так, два маленьких объявления. Первое, вот то, что я сегодня последнюю песню до перерыва пел про... посвященный, вернее так, Игорю Николаевичу Морозову. Я считаю, что это действительно основоположник, один из двух или трех афганской песни. И в какой-то веке он, наконец, выпустил большую книгу. Кому это более-менее интересно, вот там, где продавали билетики, это другой вход, вот центральный, да, там продается его книга. По-моему, называется «Автомат и гитара». По-моему, 500 рублей стоит или где-то так. Вот. Если кому-то любопытно, то зайдите, можете ее купить. Второе. Значит, мы сейчас тоже по графику сделаем второе деление, не очень длинное и не очень короткое, обычно, как и положено. И у нас останется еще время на общение. Поэтому я вам советую так особенно не спешить, спокойно. Кому что хочется, еще можем посидеть, можем что-то выпить. Девчонки нам скажут, когда уходить, если что. Если кому-то не достались мои журнальчики, которые я раздаю бесплатно, естественно, то у меня еще несколько штук осталось, потом мне скажете. И я тогда с удовольствием отдам, мне будет домой меньше чего тащить там, да. А сейчас начинаем второе деление. И совершенно неожиданно, и для меня тоже, я думаю, для вас будет новая песня, которую я никогда вообще не пел, только ее недавно сочинил. Чем она интересна? Она не на мою мелодию. Обычно я все пою, пусть на примитивную, на свою мелодию. И называется она, как у Пушкина, «Из спин де Монти». У Пушкина было одно стихотворение, там, которое первые строчки были... «Недорого ценю я громкие права», там, та-та-та-та-та. И дальше идет о политике. И для того, чтобы преодолеть царскую цензуру, он назвал что-то якобы перевод из какого-то итальянского поэта, из Пиндемонти. Вот. А я написал какие-то слова, которые понял, что нужно тоже обходить цензуру, но не царскую, а внутреннюю. Потому что, в принципе, я человек крайне застенчивый, а песня достаточно, ну, скажем так, откровенная. Я решил тоже назвать, что эта песня называется «Из Пиндемонти». Но в ней есть сильное влияние Некрасова. И на это влияние Некрасова был написан романс один такой. И сколько я не смотрел источников, автора музыки к этому романсу я так и не нашел. То есть просто что стихи Некрасова и все. Поэтому моя песня называется «Из Пиндемонти 2. Музыка народная». Очень песня грустная. Тихо. Очень грустная песня. Что ты жадно дымишь сигаретой в стороне от веселых друзей? Может, вспомнил родную газету или провинциальный музей? Ах, какие там были девицы, ах, какие вершились дела, как скакали твои кобылицы, закусившие любви у
служебных диванчиках узких, в древних креслах на стертых коврах, скинув юбки и белые блузки, отдавались они в попыхах. И на гребне застойной эпохи вновь неслись, не страшась ни черта, расточая и стоны, и вздохи, опуская все ниже уста. Постарели былые лошадки, нет газеты, разграблен музей, не играй же ни в трезвость, ни в прятки, выпей, отправляйся на святки с тройкой старых веселых друзей. Где-то в начале 90-х собирались мы в городе Киеве. Мы, это я имею в виду, афганцы, и в том числе барды афганцы. И все было хорошо, но вот я уже почувствовал, что нас, афганцев, очень сильно кто-то подкупает и разделяет. И мерзавцы типа Генриха Авизеровича Боровика и всякая вот прочая нечисть. Ребятам-афганцам дали какие-то льготы, это самое, и прочее, и они многие стали бандитами. Но, кстати, вот интересно, офицеры, никто практически не шел в бандиты, солдатики неустойчивые. И что-то меня тогда уже насторожило. Я написал песню, которая называется «Братья по войне». Сидящих в зале. Я очень люблю Украину. Ну, я уверен, что почти у всех, кто здесь сидит, какая-то капля украинской крови обязательно есть. А я как-то особенно люблю Киев. Вот я в детстве туда попал, и потом ездил. И так это мне все нравилось. А потом вот вроде узнал, что ребята, с которыми вот тоже то, что я «Братья по войне» пел, мы вместе выступали, а сейчас смотрю и узнаю по интернету, что они поют там в этой зоне АТО для, так сказать, украинской службы безопасности, то есть для наших врагов. Думаю, вроде с одной стороны, какие сволочи, да, как они могли. А вот одна девочка, молодая журналистка, красивая, которая обычно ходила на наши выступления, сегодня не пришла, да? Вот, она ездила туда, на Донбасс, в Луганщину, и она интересную штуку раскопала. Что оказывается, когда вот там реально
происходит обмен убитыми и пленными, то это делают именно афганцы, стоят с другой стороны. Потому что афганцы друг другу доверяют, а остальные никто никому не доверяет, да? Вот, короче говоря, у меня была такая песня тоже после Киева написана от имени человека из Киева. В драных кирзачах, с пушкой на плечах, я прошел тебя, Афган. В солнечных лучах, в ледяных ночах, снился мне зеленый Кабул, Ташкент и далее на Киев, где заждались Крещатик и Подол, Оксана М. и многие другие, которых я пока что не нашел. Сброшен лишний вес, сдана КМС и получена медаль. И гляжу с небес, как Афган исчез, впереди другая даль, Кабул, Ташкент и далее на Киев, где заждались Крещатик и Подол, Оксана М. и многие другие, которых я пока что не нашел. Родина в окне, фото на стене, над кроватью свет луны. Что сказать жене, если снится мне не любовь, а путь с войны? Кабул, Ташкент и далее на Киев, где заждались Крещатик и Подол, моя жена и многие другие, которых я, конечно, не нашел. Кабул, Ташкент и далее на Киев, где заждались Крещатик и Подол, Оксана М. и многие другие, которых я пока что не нашел. Саша Леник, ты доволен? Ты же украинский националист, как и я. Ну вот. Почему? Нет, обожди. Ты не понял, эта песня называется «Путь с войны», как я возвращаюсь домой. А, ну а другой, да. Так. Давайте еще раз помним. 25 лет начала первой чеченской кампании. Какая была тоска, я не знаю. Вот здесь только, может быть, Виталий Иванович Бенчарский. Я его представлял, еще раз представлю. Это человек, советский полковник, который больше 300 наших пленных солдатиков вытащил оттуда. Вернул к матерям, женам, да. Но вот это было в первую чеченскую кампанию. Когда она закончилась, было чувство глубокой тоски. Понимаешь, потому что еще и наши пленные все-таки там оставались. И понятно, что нужно было еще раз. Вот я вам просто вот это как бы свидетельство времени. Вот то, что я написал, но то, что, думаю, многие чувствовали. Мы смерти тоже не боялись. Как не выполнить приказ? И мы ушли, а вы остались. Остались умирать за нас. Просить прощения не вправе. Мы видим в яви и во сне, как мы уходим, вас оставив на поругание в Чечне. Прощения нет, клянемся, когда опомнятся верхи, мы к вам вернемся, мы вернемся,
чтоб нашей кровью смыть грехи, и в грозный день последней битвы вы с нами встанете в строю своим явлением и молитвой, прощая родину свою. И в грозный день последней битвы вы с нами встанете в строю своим явлением и молитвой, прощая родину свою. Где Саша? Саш, что-то мне кажется, что стала гитара, или я оглох. Чуть-чуть погромче можешь ее сделать? Ну, не намного. Песня называется «Воспоминания бойца». Полыхал БТР за спиною, и бензин разливался вокруг, и навеки прощался со мною настоящий не песенный друг. Настоящий, живой, опаленный, непридуманным жарким огнем. Рядовые без лычих погоны, покоробившись, тлели на нем. А подробности вам не расскажут ни комдив, ни начпом, ни комбат. Только место на карте укажут, где отмучился этот солдат. Да и мы с ним простились лишь взглядом, когда полз я к живому огню. Если вы с нами не были рядом, как же это я вам объясню? К сожалению, это не песня, это бы, это бы, это бы. Под гордезом мы рухнули вместе в придорожную жаркую пыль. Речки на юге. Это такое возникло, я не думаю, что от меня, но возникло устойчивое словосочетание, да. Афганистан — это значит за речкой на юге. А мне еще одно, знаете, почему запомнилось? Была такая в конце советских времен популярная телепередача «Взгляд». И вот меня как туда, значит, пригласили, затащили, конечно, я не очень хотел, но затащили. И какой-то... Ну, в общем, короче говоря, я должен был выступать с гитарой, это все-таки петь в прямом эфире, это тяжело, да? Это... А, по-моему, был какой-то день, 23 февраля или что-то такое-то. И они говорят, ну ладно, вы там споете там, да, и все там, да-да-да-да-да-да-да. Потом звоню, 10 часов. 11 часов, 12 часов, пошел первый час ночи. Я говорю, ну, а вы меня когда? Ну, мы вас выпустим. То есть они, наверное, ожидали, что я там перегорю совсем, да, и я решил из принципа просто спеть самую сложную песню, да. И я ее спел, и вроде получилось. А песня такая, «За речкой на юге». Завалы, заслоны, засады, барханы, сугробы,
ветра. Наверное, забыть это надо, но помнится, словно вчера. Страна, что за речкой на юге, как мы ее звали подчас, останется песня о друге, навечно ушедшем от нас. В той песне и боли просторы тревожных афганских дорог, и гордость, и горе, и горы, где друг отозваться не смог. А мы вот пришли из-за речки, мы обняли жен и детей, и песню поем на крылечке среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой ничью не смутим бытие. Война была нашей работой, и мы выполняли ее. Но если концовку припева подтянет невидимый друг, мы глянем ни вправо, ни влево, а в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, как мы ее звали подчас, останется песней о друге, навечно ушедшим от нас. Еще одна из афганского цикла, называется песня «Джалабад». Чем интересен Джалабад? Он довольно близко от Кабула, но Кабул стоит в горах на высоте примерно 1800 метров. И зимой в нем очень холодно, очень. А Джалабад стоит за горами, но внизу, и там зимой очень тепло. Вот. Улетаешь совершенно близко от Кабула до Джалабада, а там совсем другая жизнь. Днем ветер, ночью снегопад, морозные рассветы, а мы летим в Джалабад, в Джалалалабад летом. Калиптовых ветвях большие, как сороки, десятки желтогрудых птах устраивают склоки. Там берега реки Кунар травой покрыты сочной, и над водой молочный пар восточный дышит ночью. Там пальму прут другие листы, как зеркала, сверкают, и звезды с чистой высоты по ним траву стекают. Там, как на елке в Новый год, пунцово-красным шаром бесценный безымянный плод красуется за даром. Там над ручьем стоит камыш три роста человечек, летучая ночная мышь порхает в нем беспечном. Там обезьяны из чащоб пугают визгом уток, там снайпера стреляют в лоб, что тоже кроме шуток. Там снайпера стреляют в лоб, что тоже кроме шуток. Днем ветер, ну и так далее. Ну, я к тому, что почти бесконечная песня. Вот, кстати, когда иногда вот
сейчас вроде же глупо спорить, говорит, а что вы не могли вот с этим с Афганистаном справиться там, да-да-да. Во-первых, там было максимальное, там 100, ну, самый максимальный момент, 120 тысяч наших войск. Американцы в буре, в пустыне для маленького Ирака, у них было больше 500 000. Ладно. Говорит, ну Афганистан такой маленький, какой нахрен маленький. Афганистан, он больше, чем самое большое государство Западный фронт, Западная, это самая Европа, то бишь Франция. Афганистан больше Франции, это огромное государство. Туда, в принципе, послали там несколько наших там этих там полков, чтобы, если серьезно было, то нужно было большой контингент. Ну ладно. Поэтому назывался ограниченный контингент. Ладно, без политики там. Но просто к тому, чтобы понимали, что то, что сделали в Афганистане вот с этими силами, было максимум то, что можно было сделать. Так, братцы, сейчас будет тихая песня. Я обещал возвращаться как-то не то, что к ракетным войскам, а к нашим молодости. Потому что когда мы были курсантами в 70-х годах, и все казалось, вот, говорит, во, советские времена, ничего было нельзя. Вы там жили, типа, как ублюдки там, а теперь у вас свобода. Такой свободы, какая была в 70-х, 80-х годах в Советском Союзе, это даже придумать нельзя. Сейчас мне, где я ступить, нигде не могу. Я не могу ни закурить там, ни выпить там, ни к женщине подойти, потому что меня обвинят в сексуальном домогательстве. И вообще ничего не могу. Я живу как ублюдок там. Да. А вот в принципе, это 70-е годы, это же было время свободы. У меня песня была такая про первые курсантские свидания. Вот тоже там, типа армия, вы ничего. Да пили мы и курили, и с девчонками встречались, и в самоволку ходили, и все-таки хорошо служили, и все как минимум до полковника дослужились там. А у нас была первая казарма на Софийской набережной, правда, она и называлась набережная Мариса Тореза. Сейчас я опять Софийская станица. И тогда было там еще посольство Великобритании, его сейчас перевели, кстати, куда-то там. Вот. А в тылу посольства Великобритании это был сквер Репина, так называемый, или болото, где сейчас новая демократическая молодежь вот, устраивает всякие бесчинства. Вот там кинотеатр «Ударник» и так далее. Да. А мы там вот по форме номер, по-моему, 3 называлось, с голым торсом, то есть отсюда, без всякой одежды, кроме внизу, да. Мы там на зарядку бегали. Естественно, в знакомые места устраивали там свидания с девчонками. Вот такая песня. В тылу посольства Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтан, на первые курсантские свидания я приходил прекрасно юный пьян. Из памятника живопису Репину скамеечка стояла в темноте. Волнительней, не помню, нелепее свиданий в жизни, чем свидания те. Московская, холодная, холеная девчонка издевалась надо мной, чтоб через час прикинуться влюбленною перед казарменной проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка, с какой ты киностудии, братан, отдай ее в наш батальон. Не знаю я, с какой ты киностудии, отдам тебя в соседний батальон. Тогда со страстью, будто в самом деле шней, она приподнималась на носки, закидывая на мою шинелишку две белых горностаевых руки, и прижималась бедрами упругими.
Чуть обнимала бы и целовала в губы, не стыдясь, чтобы юнцы военные с подругами завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу за Москворечье, сажусь на ту скамью, когда пуста, и вспоминаю, будто помнить нечего, ее берег казармою уста. И вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего, ее берег казармою уста. Ну, это почти серьезная песня. Возможно, я бы сейчас не написал. Я написал несколько раньше. Называется «Помолись за Россию». Помолись за Россию. В гильзах сплющенных огней затепли, чтобы ветры не заносили, не засыпали бы гости земли. Бог простит маловеров, всех ослепших, всех заблудших простит. Но темна судьба офицеров, кто Господний свет не сохранит. Победу, как предобразом над картой всю ночь, Божий промысел нам неведом, сатанинский мы вольны превозмочь. Помолись за солдата, дивен Бог в своих святых и бойцах, умирающих брат за брата, воскресающих в наших сердцах. Помолись за Россию, за всевечную ее правоту, лишь бы мы огней не гасили, и звезде служа и Христу. Лишь бы мы огней не гасили, и звезде служа, и кресту. Тогда ты и спой. Ребята, да. Я думал об этом, знаешь. И все-таки, если я буду петь заказы из зала, то я каждый раз буду петь одни и те же песни. Да. Ну, давай договоримся так. Кстати, следующая встреча у нас, кто захочет, это примерно середина апреля. Точную дату мы не знаем, но примерно так, 15-16. Это будет обязательно суббота, обязательно в 3 часа, потому что лично мне это нравится, не знаю почему. Потому что после этого можно еще спокойно выпить. А это самое, а воскресенье не надо идти на работу, да, и вам тоже. Да, вот. То есть это будет где-то в середине апреля, тогда я обещаю, Вадим, Голов, кстати, Вадим Акулов, это бывший наш партийный советник в Афганистане, а потом собственный корреспондент газеты «Правда» в Афганистане. Вадим, когда я закончу, надеюсь, ты почитаешь стихи. Так, у нас осталось сейчас по плану 5 песен, мы это сделаем.
Вот когда прошла первая Чечня, потом вторая Чечня, и все равно было чувство безнадежности, да? А потом как-то все отлегло. Вот я вам сейчас пою две песни. Просто сравнить так это. Одно, которое было сразу же написано после возвращения из Чечни, а другое через какое-то время. Да. Ну что ж, пора, товарищ капитан, мы родину и смерть не выбираем. Мы под звездой прошли Афганистан, мы на крестах России умираем. Ну что ж, пора, товарищ капитан, мы сыновья загадочной страны, мы как чужие в собственной отчизне. И пусть мы ей сегодня не нужны, но без нее и нам не надо жизни. Мы сыновья загадочной страны. Нет красных звезд на полосах знамен, но наша кровь не изменила цвета. Еще он будет в мире воскрешен, хотя пока мы гибнем не за это. Нет красных звезд на полосах знамен. Что ж, товарищ капитан, пора, ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем. Мы за державу гибнем по дурам, мы за эпоху молча умираем. Ну что ж, товарищ капитан, некоторое время я написал песню, которая называется «Песенка капитана из Чечни». Вот и весь служебный рост, на погонах 8 звезд, а хожу все годы в командира взвода. Я, меняя округа, бил условного врага, но за годами чаще враг был настоящий. Я в Абхазии бывал, в Приднестровье воевал, я верхом на танке ездил по Таганке. Я стоял на рубеже, спал с овшами в блиндаже, я копал окопы посреди Европы. Мне давала ордена удивленная страна, умный, мол, ворует, а дурак воюет. Я не робок и не слаб, я отнюдь не против баб, но с моим окладом им меня не надо. Я под вечер или в ночь выпить водочки не прочь, это тоже дело, если нет обстрела. В общем, я такой, как вы, из Тамбова или Москвы, разве что контуженный, никому не нужен. Песню и скоро закончится. Тем более одна из них, как я называю это самое, у меня песни есть такие. У меня есть песня «Кричалки». Вот эта песня «Кричалки». Я что-то поставил себе задачу вот вспомнить афганские гарнизоны,
которые я знаю, их там много, там я же не все знаю, но те, которые более-менее знаю, где-то бывал, там хоть на секунду заглядывал. Там. Песня называется «Афганский гарнизон». С ташкентской пересылкою последнюю бутылкою простились, и айда воздушным сообщением другое измерение в другие города. Кабул, Кабул, Эрзурум, Дарул-Аман, где чуть живой от скуки штаб сороковой аэродром. Небесный гром, камдив с чекушкою и прапорщик с ведром. Джалалалаба, волшебный сад между двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой. Спим на часах с бычком в усах, и вертолетный полк витает в небесах. Кундуз, кундуз, не хватит мус, чтобы поэтом объявить тебя прекрасным. Чудо-дэ-дэ-дэ. Зимой мороз, весной понос, и круглый год жить или не жить — один вопрос. Газни, газни, кругом огни, бьют дышака издалека, и миномет из бугорка. Берись за ум, гони ханум, без темноты она не стоит этих сумм. Гордес, гордес, пыль до небес, качают духи головой перед бригадой штурмовой. Мол, за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть бы не смогли. Шиндан, шиндан, здесь мало банд, а тот, кто этому не рад, пусть отправляется в Герат. Но здесь окля госпиталя, где много баб, а с ними пухом нам земля. И Кандагар, сплошной угар, на черной площади броня горит среди ночи и среди дня. Но за углом аэродром, где нас не взять, где ждет нас прапорщик с ведром. Сейчас песню, которую я, к сожалению, пою на каждом выступлении, но сейчас у меня повод железный. Маленькая такая писательская делегация, что бывает сейчас редко, поехала на север. Из трех человек, да. Поехали мы в логовище Газпрома. А логовище Газпрома — это город Югра. Там Газпром, Югра, Трансгаз. Ладно, полетели мы туда. Потом еще нужно было ехать где-то 8-9 часов на машине. В Москве задерживался рейс. Кстати, кто давно не летал, я не советую летать. Это ужас какой-то. Там тебя вообще чуть ли не раздевают. Там это нужно вставать так, нужно поднимать руки, там нужно снимать ботинки. Вообще все это унизительно, все это глупо, все это гадко. Вот, и рейс еще, как всегда, и не вовремя улетел. Короче, когда добрались туда, до города Югорска, полностью ошалелась какая-то там. Но нас поселили в виповскую газпромовскую гостиницу. Вхожу в свой номер, там какой-то зал такой огромный, там не двери, а ворота. Открываю я ворота, а там собака сидит. Вот такая собака. А я, ошалевший с такой дороги, вообще ничего не понимаю. Думаю, может, у них так принято там с собаками встречать. В общем, прошло, наверное, секунд 30, пока я понял, что собака-то не живая. Это они, оказывается, «Газпром», они так выпендриваются, понимаешь? У них должен быть номер с собакой.
какая-то фарфоровая собака вот такой величины. И я, конечно, сразу же вспомнил свою песню «Нюрка», потому что собака была раскрашена под овчарку. И поэтому вот свое выступление, я там довольно много выступал там с гитарой, да, я пел «Нюрку». Кстати, что мне было интересно, что практически в любой аудитории, включая детскую, хоть кто-то, но эту песню знал. И ко мне подходили, говорят, а вот там, типа, вот, да, вот мы стихи знали, это не знали, что это песня. Или, а вы вроде где-то по записи по-другому пели. Но у меня еще второй повод. Я сегодня хочу вспомнить Виктора Павловича Куценко. Это был такой генерал, художник, советник инженерных, по инженерным войскам в Афганистане, замечательный человек. И однажды вот в санатории «Русь», который был и сейчас, по-моему, еще отдан афганцам, он оформлял музей, и там очень много его картин. Вот мне показывают одну картину. Я говорю, очень хорошая картина. Говорю, ну что-то здесь какие-то знакомые лица. Так это, говорит, картина называется «Нюрка». А там сидят у костра, там это, двое человек, около них лежит собака. Говорит, кто сидит? Я говорю, да, один вроде вы, говорит, а второй это ты. Вот. То есть он нарисовал такую картину. Плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. А как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не прости, но ведь плачет и все не простится. Плачет Нюрку, родная рука, не лизнуть бы хозяйскую руку. Так знакома она, так легка, обреченная Нюркой на муку. Вертолетный врезается пол, высеченное Нюркино тело. Сотню раз она чуяла толк, а в 101-й чуть-чуть не успела. А за гривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула, и взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым, и хозяин, идущий за ней, опустился на землю со стоном, и ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его, и лизала, и хрипела на помощь звала, и глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, обмотали бинтами сапера. Он сказал, не без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, их вдвоем погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Последняя песня, она вроде бы какая про ракетные войска, на самом деле, я думаю, про нашу с вами жизнь. Да. У нас последняя казарма, уже больше даже как общежитие, была вот недалеко отсюда. Мы сейчас сидим на Цветном бульваре, да, где Самотека, а вот там есть чуть подальше, там Садовая Спасская улица. Вот песня про Садовую Спасскую улицу, где было последнее мое казарное пристанище. Мечты обязательно сбудутся, но вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица, автобус 98, пивные ларьки в окружении
И через дорогу продумах войдите в мое положение, пропить все и жить натощак. Я выучусь, стану ракетчиком, женюсь, воспитаю ребят, над жизнью своей искалеченной расплачусь я вдруг не впопад. Жена удивленно нахмурится, я выпью и снова со мной. Садовая, Спасская улица, автобус 98-й. Мы люди по-своему дошлые, советские экс-юнкера. Да здравствует светлое прошлое, туманному завтра ура! Претерпится жизнь и прилюбится, жаль, юность порвется струной. Прости меня, Спасская улица, автобус 98-й. Садовая, Спасская улица, автобус 98-й. Вот кто здесь не первый раз, знает, что всегда заканчиваю одну песню и одними теми словами. Если кто хочет понимать, что творится в этом мире и что раньше было, читайте Вадима Валерьяновича Кожаного. История Руси и русского слова, загадочные страницы 20 века, там и прочее. Все есть о нашей жизни, есть об истории. Я сейчас ее спою, свою песню, но то, которая была любимая песня Вадима Валерьяновича Кожаного. И однажды он мне так, еще даже не по пьянке, он в конце жизни уже очень мало пил, он сказал, что, а возможно, это лучшая песня 20 века. Я за эту фразу ухватываюсь и на ней, на этой песне собираюсь закончить. Это тоже офицерский романс. От боя до боя недолго, ни коротко лишь бы не вспять. А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме долга? Нам нечего больше терять. Путь на пространство к державы, весь фронт наш незримый опять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. Пилотки и волосы серые, но выбилась белая прядь. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. Звезда из некрашенной жести восходит над нами опять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. В короткую песню не верьте, нам вечная песня подстать. Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Спасибо, друзья. Еще раз напоминаю, возможно, в апреле встретимся. Во-вторых, давайте не разбегаемся, спокойно сидим. Кому еще не достали журнальчики, я с удовольствием сейчас через несколько минут отдам. А сейчас сидим спокойно, да. Ну, кто спешит, тот спешит. Спасибо еще раз всем. И да, кто хочет свободный микрофон, вон, Вадим Акулов.